Вчера глава района, председатель штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Джамбула Салау принял участие в селекторном правительственном совещании в режиме видеоконференц-связи под председательством руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан Владимира Иванова. В рамках совещания была обсуждена текущая ситуация республики по принятию мер в борьбе с распространением коронавируса, санитарно-эпидемиологическая ситуация, меры по обеспечению населения региона продовольственными товарами, вопросы ценообразования и мониторинга цен, а также соблюдение режима самоизоляции. По итогам глава района Джамбула Салау провел внутреннее совещание с участниками ВКС, где члены оперативного штаба проинформировали главу района о принятых мерах в районе. В частности, было отмечено, что усилена информационно-просветительская работа с населением, межведомственная рабочая группа и члены оперативного штаба с участием сотрудника Роспотребнадзора и отдела МВД проводят рейды по проверке исполнения указа главы Республики Дагестан о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов непродовольственных товаров первой необходимости. Также жители поселения через систему оповещения громкой связи призывают соблюдать меры предосторожности и без крайней необходимости не покидать дома. Соблюдать рекомендованные меры предосторожности, которые позволяют снизить распространение новой вирусной инфекции и обеспечить безопасность. В заключение глава района подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важна личная гражданская ответственность всех участников в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.